Страна FM принимает поздравления. Я справлюсь, потому что ты со мной, потому Маша. Потому что он со мной, Миша, извини. И это кто? Совершенно не ты. Точнее, они до уже со мной свидания. В нашей эфирной студии. Подожди, останься. Ребят, наш марафон звездных поздравлений продолжается. Нашему телерадиоканалу 2 года и целых 2 гостя разом пришли нас поздравить. Роман Архипов и... Александр Афанасов. Ром, всем привет. С праздником вас поздравляем. Привет. И нам приятно быть в этой студии сегодня в такой замечательный день для вашей телерадиокомпании. А? Вас двое, нас двое, 2 года, телерадиоканал тоже 2, и телерадио, везде не двойки. Ты к чему это ведешь? Да сейчас? Просто. Двоечники одни. Двоечники одни. Одни двоечники. Ребят, ну у вас огромная, конечно же, база поклонников, фанатская база. Давайте для всех, для них чего-нибудь пожелаем хорошего, которые слушают вас, смотрят, и вот в данный момент тоже сейчас прильнули к своим приемникам. А я думал, сегодня нужно вам желать, а не поклонникам. Да это одни и те же люди, ваши и наши. Нет, давай через нас, и мы им передадим. Давай. На самом деле, мне очень приятно, что появляются вот такие компании, телерадиокомпании, которые ставят абсолютно разноформатную музыку, да, то есть как бы не зацикливаясь на каких-то стандартных вещах, да, общепринятых. И я поздравляю вас, 2 года, это на самом деле большой срок. Я желаю вам еще 2, еще 5, еще 10, еще много-много лет, чтобы у вас было много верных слушателей и поклонников вашей телерадиокомпании, радиостанции. Круто, да, спасибо тебе поэтому огромное. Всем слушайте хорошую Но музыку, не только же со словесным поздравлением вы сегодня пришли, мужики. Конечно. Что принесли? В карманах, в гитарах? Споем. Ну, вы уже клип посмотрели наш. Я думаю, его можно приурочить к чему угодно, к чемпионату мира по футболу, к предстоящему дню города. К нашему дню рождения. А вообще, вот как бы, если вы выглянете на улицу, сейчас уже дождь, гроза, уже лето заканчивается. И вот, а мы поэтому и не уходим, собственно. Целый день сегодня здесь. У нас своя планета, своя погода. У нас, кстати, в эфире всегда солнечно. Да, у вас подсолнухи, ромашки. Да, поле, луга. Ой, здорово. Женский день рождения, как будто бы, да? Страна, она моя. В общем-то, да. Песню мы споем как раз про конец лета. Это был мой первый американский сингл. И вот мы ее сегодня споем под 2 гитары. Вот так вот попробуем, не играли. Но вот решили, вдруг получится. Погнали! Ребят, вы не против, если мы будем вам помогать? И вот здесь устроим настоящее танцевальное шоу. Пожалуйста. Не побоюсь этого слова. Да, мы пока за официантом сходим. Начинай, пожалуйста. Начинай, Михаил. Какая там... Какая разница? А какие бывают? Here we are at the end. Another summer has come and gone again. Here I go, working on my best goodbye. Trying to remember I've got her for one more night. The ride's almost over. It's getting colder. Take one last look before I say goodbye. Before I tell her goodbye. It's the end of a summer. It's the end of what we had. I think about her every time I look back. It's the end of a process, but I still see her in the sun. It's summer now. Gone on by. I think of us lying there, still want her by my side. Can almost see her face. I just want those days back. Days in the sun, far from a cold. We never needed anyone. I trade these Novembers just to remember. The smell of the ocean lingered in her hair. But can you take me back there? It's the end of a summer. It's the end of what we had. I think about her every time I look back. It's the end of our promises, but I still see her in the sun. It's over now. What we had is gone. Goodbye to the sunlight. I hold on to those nights.
языке «Страна FM». С днем рождения, вы лучшие. Два года так держать. Всего вам самого хорошего. И далее по тексту. А вот, кстати, ребята, же какая-то грустинка после этого. Гимн уходящему лету уже есть. Сегодня день рождения начинается, у вас третий год. Ну, смотри, гимн уходящему лету есть. А вот гимн телерадиоканала «Страна FM» мы сегодня вместе с вашей помощью придумываем сами в прямом эфире. Не просто же так, мы такую красоту каждый для вас изобразили. Каждый артист в рифму пишет точку, строчку, а потом, может быть, и точка, может быть, и восклицательный знак. Но я сразу скажу, кто был до вас. Вот Лига был и Звонкий. Вот они написали: «Молодой король всегда в игре, Звонкий всегда в огне». И вот Роман. Та-да-да-да, барабанная бровь. Роман, давай новую рифму начнем сейчас. Так, я подам смотри, микрофон. Если ты хочешь, ты, в принципе, можешь продолжить и вот это на «е» окончание. Держи. На «е»? Нет, не хочу на «е». Звонкий всегда в огне. Что же к этому? Подожди, самое главное, про себя не забудь. Роман Архипов на коне, например, нет? Роман Архипов, как всегда, на стране. Нет, Роман Архипов на волне. Вот это. На волне, это другой праздник. Слушай, я не думала, что я такой знаю, поэт. Вот тут, давайте начнем с конца. Давайте. Давай. А будем закончим в стране. О, давай. Ну как бы у вас в стране. Все логично, не поспоришь. В стране. Так. И начало. Давай, придумываем. Прям сходу. 3, 2, 1. Король всегда в игре. Ром, чем меньше думаешь, тем прикольнее получается. Всегда в огне. Музыка в огне. Счастлив я, счастлив вы. Да. Счастлив я в своей стране. У нас Саня счастлив в стране. Ну и так и напиши: Саня счастлив в стране. Да и все. Саня счастлив в стране. Саня. А ничего, что у нас ритм нарушен? Это не страшно? Это не важно. Ты не знаешь, что было до этого. Саня счастлив в стране. В стране. Просто надо сделать акцент на «вы». Ребят, спасибо. Надо было с ошибками написать, я думаю. Спасибо огромное. Мы потом вставим ошибки. Спасибо, с днем рождения. Архипов Роман, Александр Афанасов. Парни, спасибо. Спасибо, это было круто. С днем рождения вас и нас. Обнимашки. Целовашки. «Страна FM» принимает поздравления.